мест по содействию рынку недвижимости, в частности упрощению процедур по кредитованию, дала эффективные результаты, что помогает населению в приобретении жилья. Согласно правительственному жилищному пакету в размере 30 триллионов долларов, приобретатель со жилья должен сразу оплачивать лишь 20% стоимости дома. Остальные деньги по этапам, согласно темпам хода реализации проектов. Указав об этой жилищной политике, господин Гуен Ван Ха, у которого имеется лишь 200 миллионов донгов, решил купить дом по льготным кредитам. Мы уже давно хотели купить свой дом, однако только с начала этого года мы смогли решить этот вопрос, узнав о жилищном правительственном пакете на сумму 30 триллионов донгов. Это хорошая возможность для тех, кто желает приобрести жилье. В 2014 году по оценке деловых кругов в сфере недвижимости, рынок недвижимости в стране будет постепенно теплеть. Следует отметить, что покупать жилье по ценам от 700 миллионов до 1,5 миллиардов долларов – выбор многих людей. Господин Чин Ван Кье, эксперт в области недвижимости, отметил. В последнее время рынок недвижимости уже вышел из состояния застоя, и на бирже двух крупных городов страны многие сделки начали оживляться.